Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые подписчики, все любители домашнего самогончика. Вот я сегодня решил попробовать собрать себе самогонный аппарат самому. Как бы говорят знакомые, что намного дешевле выходит, если есть перегонный куб у тебя. У меня есть вот такая алюминиевая фляга, была от дома. Вот я съездил в магазин, купил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть себе принадлежности. Сейчас расскажу, как, что. Расскажу про вот этот дистиллятор. Его так как бы достаточно одного. Ну, начнем с того, сколько я потратил. Конечно, моя супруга была в шоке. Не очень она довольна моей покупкой. Смотрите, чек, конечно, помялся. 8525 мне обошелся. И вот смотрите, именно дистиллятор стоит 5780. Переходник вот этот. Вот, это потом положу. Конечно, очень дорого. Но я посмотрел, такие у нас ценообразования в Ставропольском крае, в городе Михайловске. Это на 1 сентября 2020 года. Переходник вот стоит 1385. Прокладка для клапана 45. Хомут 195. Кольцо силиконовое. Это вот это. Мне сказали, что в фляге обязательно надо поменять кольцо. Потому что от того, которое стояло вот здесь, оно рассыпалось. Черное такое, родное. От него будет и брага вонять, и самогон в дальнейшем. Вот. Заглушка под штуцер термометра. Это вот сюда вставляется термометр. Но я брать пока не стал. Не знаю, нужен он мне или нет. Посмотрим после первого раза. Дивертор. Это вот эта штука. Ну, я сейчас расскажу все более подробно. Сейчас вот по ценам. Дивертор 350, шланг силиконовый метр. Это так, шланг им непосредственно пищевой 95 рублей. Ну и купил две пачки дрожжей. Буду сегодня делать фруктовую брагу, которую буду перегонять. Вот мне обошлось 8525 все эти покупочки. Смотрите, почему я купил именно непосредственно этот дистиллятор. Он, во-первых, высокий. Видите, да, по высоте какой? Вот. Он практически выше фляги 40 литров. И, соответственно, начинают подниматься спирты. Вот здесь. Сюда подключается холодная вода. Сюда подключается, выходит горячая вода. Соответственно, тут холодная вода регулируется краном. Можно сильнее, можно больше. Здесь непосредственно вот здесь. Смотрите. Вот здесь регулируется подача вообще воды, охлаждение. А вот это вот тоже краник идет. Это для того, чтобы сивушные масла вот, непосредственно не попадали в наш чистый продукт. И он тоже регулируется и потихоньку открывается. И вода подается сюда, вот, по вот этой трубке. И сивушные масла обратно в бак, в перегонный, бражный падают. Поэтому как бы мне объяснили, что достаточно с этим устройством, или как его называют, дистиллятором, вот, и одного перегона. Ну, мы попробуем и один перегон, и два. Что я дальше купил? Это, соответственно, силиконовая прокладочка сюда одевается, для того, чтобы самогонка не прошла. Вот. Получается, вот он переходник сам. Сейчас буду здесь сверлить дырочку, отверстие, или по-другому. Ставим переходник, потом поставим дистиллятор, он такой высокий, вот. Его сюда, соответственно, положим переходничок силиконовый, скрепим вот этим хомутиком, вот. Ну, вот этот силиконовый шланг мы непосредственно будем уже на выходе одевать, для того, чтобы направить в баллон. А вот это вот, видите, отверстие, оно необходимо для того, чтобы, если будет собираться воздух или что-то, он будет выходить сюда, а уже сам продукт, самогонка, спирт сюда, смотря, что вы будете делать. Ну, вот это, получается,
переходничок у нас на кран в кухне. Для того, чтобы супруга не ругалась, говорила, занял кран. Вот, то есть закрыл, крутил, подключил свой шланг, открыл краном, как тебе надо, давление. Если супруге нужна вода, соответственно, она повернула вот этот краник черненький, набрала сколько себе надо, какие-то функции выполнила возле мойки. Ну, соответственно, мы друг другу не мешали. Ну вот, соответственно, буду сегодня, сейчас прям буду собирать, ставить брагу. Брагу буду делать сливово-виноградную. Сейчас сезон у нас слив и винограда. Купил специальные дрожжи. Также, соответственно, вы, наверное, видели, да, дрожжи ферментикс по 10 грамм. 10 грамм идет на 25 литров. У нас 10 грамм это на 25 литров, это 65 рублей стоит. Я две пачки взял, потому что я буду пробовать яблочную и сливовую виноградную брагу. Будем делать перегон с вами вместе, смотреть. Подписывайтесь на меня, потому что мы будем производить с вами очень много всяких вкусных продуктов. Спасибо большое, до встречи.